Bonjour, chers amis. Привет, друзья! Мы продолжаем с вами открывать в новом выпуске экскурсии бывшие пригороды Парижа. Сегодня мы отправляемся с вами в деревеньку Гринель. И начинаем мы с вами с необычной шестой ветки метро, которая проходит по поверхности так называемого легкого метро Парижа. Эта ветка одна из самых старых. Открыта она была еще в 1900 году, между 1900 и 1906. То есть это одна из самых старых веток парижского метрополитена. Мы с вами стартуем с станции метро Дюплекс и будем открывать Гренель, Гранелла. Старое название этой долины, этого плоского места, которое находится неподалеку от Сены. Сегодня бывшая деревушка Гринель или Амо, хутор Гринель, как его иногда называют, находится на территории 15-го округа Парижа по большей части. 15-й округ считается достаточно престижным, приятным, не настолько, конечно, как его собрат 16-й, который находится на правом берегу Сены, настоящий буржуазный округ. 15-й – это хороший компромисс между зажиточностью 16-го округа и более демократичным 14-м. Привести сюда может как раз вот такое легкое метро. Любопытно, что когда-то долина Гринель была любимым местом охоты, вплоть до революции. Излюблены здесь были королевские охоты и княжеские. В период директории консулата, это уже начало 19 века, звуки охоты сменяются на звуки пушек. Не забывайте, что недалеко отсюда находится военная школа, где часто упражняется артиллерия. К слову, крестьяне, когда-то жившие на месте, где мы сегодня гуляем, очень на это жаловались, потому что, естественно, осколки от снарядов ухудшали плодородность их полей. Впрочем, деревушка Гринель оставалась примерно до 1820-х годов, в момент, когда некто Альфонс Летелье, а также его собрат по бизнесу, предлагают застроить эти места. Действительно, они находятся тогда за пределами Парижа, здесь нет четкого плана урбанизации, норм, которые накладывают на всю обязанность столицы. А также мы не платим налог, который называется октруа, ужасный налог, который так не любили парижане, на ввоз товаров в столицу. Из 1820-х годов Гринель постепенно превращается в городок. Здание, в котором находится Французская федерация футбола, напоминает нам о занятиях, которые когда-то могли найти обитатели бывшего пригорода Гринель, достаточно рабочего. Любопытно также, что в этот пригород заходили парижане, заезжали парижане за тем, чтобы купить здесь свежего молока, масла, яиц. Сложно себе представить, что на месте вот этих высоких зданий находились поля и фермы. Впрочем, еще не так давно есть рассказы от парижан, достаточно пожилых уже в возрасте, естественно, которые еще застали те времена. Помимо этого, в квартале Гринель вы могли найти фабрику упаковки железа. Также здесь изготавливали золотые слитки, в том числе порох, чернила, а также асфальт. Кроме того, здесь изготавливались музыкальные инструменты. В общем, пригород был достаточно живым и рабочим. Таким образом, прямо у границ Парижа к 1830 годам стал возникать достаточно живой пригород. Впрочем, гиды по Парижу не советовали сюда заходить. Этот пригород считался довольно грязным, и согласно гид du promeneur или гиду гуляющего по Парижу, этот квартал был настолько грязным, что здесь можно было заболеть малярией. Впрочем, про малярию с меня одолевают некие сомнения, но действительно у пригорода не было системы, которая по-французски называется тут-а-лигу, то есть канализации. Канализация появляется у Гринель в момент, когда ее присоединяют к Парижу, это 1860-е годы. Знаменитая большая перестройка Парижа бароном Османом под руководством Наполеона III. Париж разрастается и бывшую деревушку или пригород Гринель включает в свои объятия.
Остатки регулярной планировки мы все еще можем найти в квартале Гренель, который родился из инициативы одного предпринимателя-застройщика. Если вы будете гулять по улицам этого квартала, помяните меня. У него есть то, что называется по-французски ортонормальной планировкой. Сложное слово в реалиях означает строгую регулярную планировку перпендикулярных и параллельных друг другу улиц. Ну а мы же с вами находимся на одной из центральных улиц квартала Гринель, она так и называется Rue du Commerce, то есть это торговая улица. Если вы посмотрите внимательно, то многие из домов малоэтажные, напоминают нам как раз ту самую типичную застройку пригородов Парижа, с которой вы теперь уже очень хорошо знакомы. Мы с вами видим еще немножко остатков, такие забавные висящие елки, немножко остатков рождественского декора. Кстати, любопытно, что елки изначально подвешивали в Эльзасе, так что жители Гренель продолжают старинную традицию. К слову о традициях, собственно, эта улица была тем местом, где можно было встретить обитателей пригорода Гренель. Как правило, это были на этой улице мясники, здесь было много мясных лавок, молочных лавок, ведь упомните, именно сюда парижане приходили за свежими фермерскими продуктами. Сейчас, как видите, фермерские продукты сменились на совсем другие. Мы с вами видим модные французские парижские магазины, такие, например, как Claudie Perlot, одна из ведущих марок одежды, или Intimissimi, приятный магазин нежного белья, достаточно интернациональная марка. Также мы с вами, конечно, встретим здесь Большой Монопри и Фраше, и там. Это традиционные магазины, в которые часто ходят французы. Вы меня спрашиваете, какие марки любят. Впрочем, вы вот здесь их и видите. Например, Король, марка, которая имеет свой магазин вот здесь вот наискосок, слева вы можете наблюдать, это марка женской одежды, достаточно строгой, так же, как и Жерар Дорель. Сюда многие французы приходят за покупками в период скидок, магазины здесь полны. Также мы с вами встретим здесь известные марки, такие как L'Occitane. Посмотрите на вывеску прямо над ней, Crèmerie de Grenelle, которая напоминает нам о том самом прошлом, когда в Гренель приходили за свежими сливками, свежим молоком. Crèmerie, да, крем, кремовое что-то. То есть то, что мы с вами, например, называем сметаной, по-французски это будет crème fraîche, да, свежий взбитый крем. Сегодня, как видите, сюда приходят за совсем другими вещами. Прогуляемся еще с вами немножко по улице Коммерс. Мы только что с вами видели марку Лакост, созданную знаменитым теннисистом с одноименной, естественно, фамилией Рене Лакостом. Petit Bateau, любимая марка французов для детей, абсолютно неубиваемый хлопок. Geox тоже многим известная и любимая. Как видите, многое из того, что можно найти во Франции, есть и в других странах. Ну а мы сворачиваем с вами с улицы Коммерс и выходим на боковые. Одна из таких боковых улочек называется улица Театра. Обратите внимание на здание, которое вы видите слева. Это все, что осталось от когда-то театра, находившегося на территории коммуны небольшого городка Гренель. Это было настоящей гордостью пригорода. Открытый в 1828-м, этот театр был гордостью Леонардо Вьоле, того самого предпринимателя, который застраивает квартал Гренель. Он считал его своим собственным театром. Внутри него находилось 800 сидячих мест, в то время как общее число жителей Гренель не превышало 8000. Здесь проходили спектакли 3 раза в неделю. Увы, этот театр послужил целой причиной для большого спора между 2 соседними коммунами – Вожерар, по которому мы уже однажды гуляли в клубе, и Гренель.
Так, проект освещения вокруг театра привел к ссоре двух коммун. И Гринель, которая тогда называлась Бо Гринель, вынуждена была отделиться от Во Жерара и потеряла приставку Бо. Красивая, приятная. Вот такая интересная застройка совершенно разных стилей и эпох, которые вы можете здесь видеть. Поскольку на территории округов, которые когда-то были деревеньками Парижа, больше было свободных земель, соответственно, застройка здесь была чуть менее регулярная, и здесь больше оставалось свободных площадей. Поэтому, как видите, можно встретить вот такие очень совершенно разнообразные кусочки, абсолютно мозаичные, застройка 60-х годов, начала 20 века. Как, например, вот это традиционное здание с использованием красного кирпича. Так застраивался в Париж в 1920-е. На этой прогулке мы много с вами будем подсматривать за жизнью людей, обитающих в этом квартале. Вот, например, меню ресторана. Посмотрите, сколько стоит блюдо в Париже. 22-24 евро за блюдо в хорошем месте. Это нормальные цены. Однако у парижан есть возможность есть в середине дня, в будни, по так называемым меню. Это специальные предложения для ланча, где можно пообедать за 17-18 евро. Мы продолжаем с вами открытие квартала Гринель и проходим мимо булочной. Посмотрите на короны в витринах. Вы уже знаете, откуда они. Это для знаменитых галет де руа, миндальных пирогов, которые французы едят после 7 января и примерно где-то до конца этого месяца. Мы с вами также проходим мимо сырной лавки. Посмотрите на вот этот сыр в деревянных ящичках, коробочках. Это не что иное, как Мондор, знаменитый сыр из региона Юра, неподалеку от горы Мондор. На улицах в Париже, как вы видите, есть еще немножко людей в маске, но сами маски носить на улице не обязательно. Нужно лишь это делать в помещении. Мы с вами потихоньку возвращаемся к улице Коммерц, которая выступает как такая центральная хорда нашей прогулки. И впереди время от времени мы с вами будем видеть церковь. Церковь эта приходская и носит название Сен-Жан-Батист. Батист означает креститель, святого Иоанна Крестителя, батем, крещение. А вот и лавка мясника. Обратите внимание на фартуки на одной шлейке, которые традиционно носят мясники. Дело все в том, что на бок они когда-то закидывали тушу, именно поэтому вот осталась такая традиция. Французы мясная нация, вы уже знаете. Обратите внимание, кстати, что здесь лежит шукрут, блюдо из Эльзаса, такая квашеная капуста в белом вине. Очень ее любят. Французы покупают много мяса, как правило, в выходные, его очень просто запекать. А вот такие белые сосиски, которые берет мясник, это не что иное, как будан. Сделанные на основе крови, субпродуктов, они бывают разные. Будан блан в данном случае. А наши дороги, которые идут вдоль улицы Коммерс, постепенно приводят нас к совершенно замечательному скверу. Сквер находится по правую руку от нас и носит название, вернее, носит имя Ивет Шовере. Ивет Шовере была одной из ведущих танцовщиц парижской оперы. Она считается одной из звездных звезд. Достаточно долгая карьера, она прожила практически 100 лет, 99 лет, и приезжала, кстати говоря, с гастролями в СССР, танцевала в балете Елисейских полей, в Лондонском фестивале балете и Миланском «Ла Скала». Ивет была излюбленной балериной многих парижан и жила как раз в домах, в доме, чьи окна выходили на этот сквер. 99 лет, долгая жизнь и очень долгая карьера как прима-балерины, так и как педагога. Ивет Шовере также немножко связана с российским балетом, русским балетом, императорским даже бы я сказала, потому что она была одной из любимых балерин Сержа Лефаря. Так, например, Лефарь практически для нее создает балет «Иштар», и после того, как она его танцует, ее объявляют новой этуалью, то есть новой звездой оперы. Карьера балерины тесно связана с Сержем Лефарем, который был ее благодетелем.
Но не только через Лефари она была связана с императорским балетом. Также Рудольф Нуриев был одним из ее партнеров, с которым она неоднократно танцевала после его бегства из СССР. И Ивет Шовере запомнилась многим как Жизель. Это культовая ее роль, в которой она была прекрасна. Так что вот этот сквер напоминает нам об одной из великих французских балерин. Тем временем шаги вывели нас на Place de Commerce. Это чудесный небольшой павильон, как говорится на французском, или небольшой домик. Сегодня является так называемой резиденцией ассоциации квартала. В Париже и во Франции очень много ассоциаций на добровольных началах. И в каждом квартале, как правило, есть maison d'association. Это место, где ассоциации могут снимать разные кабинеты. Но вообще-то изначально это не что иное было, как сначала мэрия квартала Гринель. Вплоть до 1861 года. Что произошло потом, вы знаете. Квартал Гринель входит в состав Парижа и теряет свою автономность. Смотрите, какой замечательный огород, сад разбит здесь. В Париже стараются возобновлять эту традицию и возвращать зеленые места в город. А мы с вами вплотную подошли к бывшему центру пригорода Гренель. Мы приходим с вами к церкви Сан-Жан-Батист де Гренель, святого Иоанна Крестителя в Гренеле. Церковь была заложена при участии двух королевских особ, в том числе выжившей и пережившей страшные страницы революции дочери Марии Антуанетты, дюшес д'Ангулем, герцогини Ангулемской. В честь другой принцессы, а именно дочери второго сына короля, носивший титул мадемуазель, названа дорога, которая ведет к этой церкви, Le Chemin de Mademoiselle. Она тоже присутствовала вместе со своей тетей на открытии этой церкви. Внутри церковь поражает своей простотой, и действительно она отвечает моде той эпохи, 1827 год, в моде романтизм, в моде церкви, похожие на римские базилики. В моде простота, лаконичность. Подобные церкви вы встретите во многих кварталах Парижа, например, Нотр-Дам-де-Лорет. Но в отличие от Нотр-Дам-де-Лорет, очень богато раскрашенная церковь Сан-Жан-Батист-де-Гренель гораздо более сдержана. Тем не менее, приятно поражает ее приятный свет и мягкая атмосфера, которая царит внутри. Мы с вами видим остатки еще рождественского вертепа, потому что прогулка наша снята не сразу после Рождества, что приятно радует глаз. Церковь традиционно достаточно пустая, но по выходным дням она становится полной. 15-й округ все-таки считается достаточно буржуазным и зажиточным, поэтому люди еще в церкви здесь ходят. Ну а мы продолжаем дальше с вами движение по улочкам бывшего пригорода Гринель и ставим за спиной оживленную улицу Коммерс. Постепенно мы подходим к тому, что осталось от старого пригорода Гренель. Ведь действительно, дома, которые мы видим с вами сейчас, по ходу нашей прогулки, достаточно современные, начало 20 века. Любопытное здание ждет нас здесь. Это большая резиденция, где должен был жить застройщик этого квартала. Но, увы, кризис нарушил его планы. Вот здесь, в тупике церкви, L'impasse de l'Église, мы с вами видим старые двухэтажные домики. Именно так планировалось застроить квартал Гринель. Впрочем, вы не впервые видите подобную архитектуру. Те, кто уже гулял с нами по таким местам, как Шарон или Вожерар, вспоминают, что подобного рода дома можно часто встретить в Париже, и это именно особенность периферийных округов. Что такое периферийные округа? Это 15, 14, 16. В общем, те округа, которые прилегают к бульвар периферик. Что такое бульвар периферик? Это окружная ой, не железная, прошу прощения, это окружная автомобильная дорога. Смотрите, какой любопытный на самом деле ящик для писем нас здесь ждет. И действительно, в этих домах до сих пор можно жить. Как правило, они поделены на два этажа, и, соответственно, на каждом из этажей есть своя независимая квартира.
сквер, по которому мы сейчас с вами гуляем, это небольшой парк, то, что осталось от достаточно большого сада, который должен был бы прилегать к обширной резиденции знаменитого застройщика пригорода Гринель. Но, увы, экономический кризис не дал возможности этим планам сбыться. Зато парижане радуются вот такому зеленому небольшому кусочку в плотной застройке столицы. Мы покидаем с вами сквер Вьюле, названный так по имени Леонардо Вьюле, того самого легендарного застройщика Гринель. И совсем скоро мы с вами увидим казарму пожарных. Как раз эта самая казарма – это тот самый замок, шато или дворец, который строил для себя Леонард прямо в сердце Гринель. До того, как превратиться в казарму пожарных, это здание успело побыть пансионатом для молодых девушек. И с 1860 года знаменитые спасатели Франции занимают эти стены. Вообще, пожарные во Франции не только тушат пожар, естественно, по своему прямому назначению, но также могут, например, приехать на вызов как скорая. По медицинским вопросам также они могут приехать и оказать неотложную помощь. Несмотря на то, что обществу, конечно, эта функция очень нужна, в последние годы во Франции пожарные часто жалуются на низкую оплату труда, на плохие условия работы, а также на то, что к ним нет достойного уважительного отношения, иногда они даже сталкиваются с агрессией. В так называемых сложных кварталах, это, к сожалению, неблагополучные кварталы вокруг Парижа. Впрочем, их действительно можно понять, работа непростая, довольно тяжелая и связанная с большим риском. Но мы проходим мимо кварталов начала 20 века, вот такой красный кирпич, вернее облицовка красным кирпичом, это признак того, что здания были построены, как правило, сразу после Первой мировой войны, либо незадолго до. И идем в сторону Сены. Мимо, конечно, нам опять попадаются булочные, и вот он тот самый Галет де Руа, миндальный пирог, который едят французы в январе. К слову, раз мы идем в сторону Сены, хочется рассказать пару слов вообще о деревеньке Гринель и о том, что же здесь было. Дело все в том, что здесь когда-то находился достаточно большой порт. Впрочем, он продолжает здесь существовать, но относительно формально. Здесь Сена долгое время разливалась и образовывала небольшие островки, которые назывались Жаво или Жаве. Любопытно, что во французском языке есть слово «eau de Javel». Это означает как раз «вода с добавлением хлорки». Связаны ли здешние места? Ведь порт называется Жавель, и, кстати, такое же одноименное название носит здесь и станция метро. Связаны ли это хлорка и маленькие островки? Да, и сейчас я расскажу вам, как именно. В островках, где когда-то квакали лягушки и росли камыши, так называемых Жаво или Жаве, в этих самых островках в 1777 году решает граф Артуа, брат тогдашнего короля Людовика XVI, установить мануфактуру. Мануфактура должна будет производить особую смесь, которая получит название «жавелевой воды». И жавелевая вода – это раствор солей калия хлорноватистый и соляной кислот. В общем, применяется эта смесь для беления. Жавелевая вода была получена французским химиком Бертоле, который изучал тогда открытый недавно элементарный хлор. Так вот, мануфактура по изготовлению этой воды жавелевой как раз находится здесь. Вот в этих местах впервые начинают изготавливать то, что мы с вами в русском языке называем хлоркой. Так что хлорка тесно связана с Парижем. Поэтому любопытно, что название здешних мест и хлорная вода, которую, жавелевая вода, которую вы можете найти во всех парижских, французских супермаркетах, тесно связаны. Ну а мы с вами пришли к Сене, как раз к тому самому знаменитому порту Жавель.
Мы с вами видим высотные здания, это результаты достаточно поздней застройки 70-х годов, и выглядывает, конечно же, Эйфелевая башня. Вот там вдалеке мы с вами видим железную красотку. Наша прогулка с вами подходит здесь к концу. Мы вышли к Сене и оставили за плечами деревушку Гринель, от которой можно еще немного найти остатков. Надеюсь, что вам понравилось открывать новый квартал Парижа. Я желаю вам отличного дня и говорю вам до новых встреч, дорогие франкофилы.